Всем привет! Сегодня мы будем устанавливать сиф 9-го поколения, фильтр низкого сопротивления с AliExpress. Стоит он порядка 2000 рублей, к слову, у нас такие около 10 тысяч рублей. Здесь идет вот какой-то номер, если он чем-то поможет в поисках, то, пожалуйста, можете его переписать. Значит, что нужно сделать? Хотя китайцы говорят, он уже пропитан и готов к использованию, на самом деле никакой пропитки я здесь не увидел. Нам вот с этой стороны ставится он вот так. Поток воздуха идет снизу. Вот с этой стороны нужно пропитать специальное масло для фильтров. Вот я типа такой вот использую. Хотя, в принципе, их много разных. Вот, пропитываем. Пусть он полежит с полчаса, и тогда можно его устанавливать. Вот, к сравнению, допустим, обычный бумажный фильтр. Кстати, специально взял вот от русской компании, они делают на все машины, ну, поддержать. Это чисто в запасе. Какое преимущество у этого фильтра? Ну, машина, как говорят, лучше чуток едет. На самом деле, его использовать проще. Если он чуток даже припылился, его можно вымыть, он становится как новый, и также пропитываем, и можно ехать. То есть, и его можно использовать, хотя даже, ну, 100 тысяч километров. Вот, вместо вот таких вот. Эти быстрее забиваются. Хотя вот на 9-м Сивике конструкция хорошая, вот именно короба. Я смотрю, подолгу не меняю фильтр, всегда он чистенький. Вот почему-то. На 8-м меня очень часто. Прям с собой всегда возил. Вот, время от времени на мойке посмотрю. Да, уже пора. Итак, сейчас я сделаю мер по времени разгон до сотки с таким фильтром. Этот я пока пропитаю, пусть он полежит. Потом останавливаем и сделаем замер уже с этим фильтром. Замер на зимней резине. Подъем. Лучшее время 12.2. Ну вот, кстати, можно посмотреть мощность 106 лошадей. Это вот уже на колеса. Здесь у нас показания. Мне вот интересно. Машина не совсем даже прогрета. 83 градуса. Вот так вот. Ну что ж, попробуем теперь с нулевиком. Верить или не верить, лучше ехать действительно стало. На том же участке, с тем же условием, но сейчас минус один. Чуток потеплел. Так, ребят, проехался еще. И мне вполне понравилась отзывчивость машины. Действительно стало ехать немножечко лучше. Как ни крути, даже звук немножко изменился. Так что я ссылку оставлю на этот фильтр под видео. Можете вполне заказывать. И быстро прислали. Всем удачи, пока!